Владимир Кочетков, учитель географии из Сурского, известен больше как путешественник. На велосипеде он объехал практически весь земной шар, 100 тысяч километров, побывал на всех континентах, кроме Антарктиды. Сегодня он по-прежнему преподает географию сурским мальчишкам и девчонкам. Владимир Николаевич родился здесь, потом приезжал сюда на каникулы к своей бабуле. В старших классах вместе с семьей он переехал в Сурское на постоянное место жительства и прожил в этом рабочем поселке всю сознательную жизнь. Как оказалось, увидеть весь мир наш герой мечтал с самого детства. Вот вся вот эта вот излучина, которая там за Сурой, она мне напоминала африканскую саванну. Вот, я так читал очень много приключенческой литературы, в том числе о саваннах, Африке, Австралии. Вот, любил сюда подняться, посмотреть, потому что считал, что когда-нибудь я обязательно попаду в настоящую саванну. А вот пока здесь хорошо переправиться через реку и пройти по воображаемому. То есть у меня это место, вот оно как-то вдохновляло. Детские мечты стали осуществляться в 90-х годах, когда Владимир Николаевич устроился работать в школе. Первое мое путешествие зарубежное было в Европу. Я просто сел на велосипед и доехал до города Бреста, французского. Французский Брест есть. Вот от Бреста белорусского доехал до Бреста французского через Париж, потом повернул назад и сделал кольцо такое большое, проехал по северу Германии. Вот. Мне очень понравилось. Я понял, что путешествовать можно. Путешествовать можно скромно, не обязательно какие-то большие деньги для того, чтобы увидеть, просто увидеть. Так началась его кругосветка в рамках проекта «Мир», автором которого является наш герой. Второе путешествие было в Китае и Монголии. С учениками, участниками проекта, Владимир Кочетков проехал 25 тысяч километров по территории России, Европы и США. Просто начинал работать в школе как учитель географии, и мне всегда казалось, что география – это предмет такой, который должен выйти из кабинета в обязательном порядке. Я вообще считаю, что наше образование, оно немножко оторвано от жизни. Я считаю, что географии нужно учить, ну, по крайней мере, вот из двух уроков в неделю. Один урок можно проводить в кабинете, а другой обязательно должен быть где-то на природе. Это обязательно. В африканские саванны, мечту детства и в Южную Америку Кочетков попал при содействии Ульяновского отделения Русского географического общества. Теперь его цель – побывать в Новой Зеландии, тем самым завершить свое кругосветное путешествие. Новая Зеландия должна быть. Обязательно. Почему? Потому что, ну, известно 6 материков. Да, там Австралия, там Южно-Северная Америка, Евразия, Антарктида не заселена, но по Антарктиде на велосипеде не поедешь, поэтому она как бы отпадает. А вот Океания, некоторые ученые рассматривают ее как самостоятельную часть света. Океания, это действительно правильно, 10 тысяч островов, там говорят, а может быть и больше. Множество стран островных. Вот самый большой архипелаг там – это Новая Зеландия. Во время своих путешествий Владимир Николаевич вел путевые дневники. Впоследствии переложил их в печатный вариант. Так родились замечательные книги о его путешествиях, «Урок географии», «Когда оживают легенды», «На край земли», «Четвертый дом у Никольской горы», «Краеведческая». Пятая книга рассказов о путешествиях по России и Китаю, к сожалению, лежит в столе, еще не издана. Пока у автора нет средств ее напечатать. Но Владимир Николаевич продолжает писать. Сейчас он работает над детской фантастической повестью «Звезды над Буэнос-Айресом». Она отдельными главами печатается в журнале «Симбирск». Но это еще не все, что сделал Кочетков писатель. Мне готова книжка детская, опять же, она называется «Интересный мир». Вот, потому что и материал, и фотографии, то есть она должна быть с многочисленными фотографиями. Вот, книга рассчитана на возраст, ну, 4, 5, 6 класс. Вот такой. Значит, я там рассказываю о каких-то интересных местах Земли, где мне пришлось побывать. Вот уже 4 года Владимир увлекается 3D-стрельбой из лука. За его плечами множество соревнований всероссийского и мирового уровня. В июне этого года он участвовал в чемпионате России, где взял серебро. В финале ему пришлось биться с Михаилом Поддевальным, серебряным призером чемпионата мира прошлого года, одним из самых сильнейших лучников страны. Все решилось на последней мишени, где Владимир Кочетков набрал 5 очков.
очков и уступил Поддевальному всего 1 балл. В середине сентября в Швеции стартует чемпионат Европы по 3D-стрельбе из лука, где Владимир Николаевич тоже планирует принять участие. Ирина Антонова, Руслан Баталов, новости Ульяновской правды.